Здравствуйте, мои любимые подписчики. Недавно я сидел и понял, что в моей жизни нужно что-то поменять. Как вы знаете, канал Мистер Naked Beats — это моя жизнь. И поэтому я купил... Я потратил 100 тысяч рублей на логотипы от Артемия Лебедева. Сейчас вы увидите мою реакцию. Начинаем. Так, ребят, начнем с первого логотипа. Ладно, слезы в сторону. Деньги — это не главное. Ну, дизайн такой неплохой. Beats from... 100 тысяч рублей. Следующий логотип. Покупаем что? Биты? У кого? Ай, блин. 100 тысяч рублей. Мистер Naked Beats on the beat. Дальше. Минуту, ребят. Так, все, собраться. Мы всегда покупаем биты от Некита. Почему? Биты от Некита? Потому что это топ-качество бита. 100 тысяч рублей. Я мог биты у Славы Марлова купить. Но за... Сведение мастеринга. Топка. Ой, последний бит. Ой, лого. Не последнее, опа. Ой, ну, хоть что-то, ладно. Хоть что-то хорошее. Биты от Некита. Мистер Naked Beats. Черным по белому написано. Вот... Хоть что-то нормальное здесь появилось. Шрифт такой интересный, с засечками. Расстояние между буквами соблюдено. И такая концепция, я так понял, что черное в белом, и белое обволакивает черное. То есть добро против зла, и зло в добре. Ну, вы понимаете, да? Мистер Naked Beats — это и добро, и зло. Это... И хейтеры, и фанаты, вот. Последний логотип. Биты от Никита. Ну, хотя, ладно, здесь все не так уж и плохо. Биты от Никита. Ну, то есть, биты купи. Ты купи биты от Никита. А? О, вот, а, тут. Да. 100 тысяч рублей. 2 логотипа из 5. Ну, я же написал то, что Мистер Naked Beats, это как не какой-то там обычный канал по битмейкингу, это целая франшиза, это... Это больше, чем просто битмейкинг. А мне тут 2 из 5 только. Но вот это, конечно, очень странно. Это очень тупо. А это вообще детский сад какой-то. Потому что это топ качество бита, сведение мастеринга. Что значит сведение мастеринга? Есть только мастеринг и сведение. А что такое сведение мастеринга? Дурь какая-то. Мы всегда покупаем биты от Никита. Почему? Тут раздельно написано, блин. Биты от Никита. И буквы, блин, они смотрят. Биты от Никита наклонены вправо. А красные буквы еще правее наклонены. Разные наклоны тут. Это не окей. Ребята. Друзья мои.
Будьте аккуратнее с покупками в интернете, а то у вас получится вот то же самое. Ну, не, ой, извините, это хороший логотип, это тоже хороший, а то получится вот то же самое. Мы всегда покупаем биты от Некита. Почему? Потому что это топ-качество бита сведения мастеринга. Чё он здесь хотел написать, этот Артём Лебедев? Ой. Ну ладно, всё, всем пока.